Дорогие друзья, уважаемые гости, организаторы, мы вновь в этом парке, и нас много. Я рад, что российский Азимут сегодня пришли поддержать такое количество жителей города Иван. Министерство оценивает подготовку людей к мероприятию довольно на высоком уровне, так как представители Всероссийской Федерации спортивного ориентирования, которые также у нас присутствуют на мероприятии.